Всем прямо доброго времени суток, это канал Лэйзи Дмитрий Ленивый. Ленивый я. Ох, да уж, куда же без пятигушка. Ну что, продолжаем. Вампир. Так. Вампир. Да, напоминаю вам про лайки. Также извиняюсь за свое сопение. Отдельное громадное спасибо Помидорка Вячеславу и Закет Эксп. Они знают за что. Мы продолжаем. И надо, наверное, вернуться в больницу, я считаю. Все-таки вот зря я сюда поперся раньше срока. Конечно, я молодец, что сюда поперся. Что-то нашел, что-то сделал. Что-то обнаружил. По морде, по мордасам получил. Вот такой я молодец. Не-не-не-не-не-не. Давайте-ка кое-что глянем. Кстати говоря. Это же вот здесь нам морду били. Да, это здесь нам морду били. Давайте кое-что глянем. Они опять там? Или нет? Тихонечко так выйдем. Угу. А и здесь? А, здесь уже нету, да? Ну, в принципе, чисто теоретически сюда, конечно, можно бегать на прокачку без записи. Но, блин, это такой геморрой будет. Плюс в чем проблема? Это ж надо каждый день перезапускать. Да, кстати говоря. Так, давайте-ка мы вернемся сейчас домой. Так, мы вернемся домой. Пойдемте к Хэрриет в больницу. То есть нам сейчас надо направо и направо. Пойдемте к Хэрриет в больницу. Тут видите еще в чем проблема, что лично для меня не очень понятно. Не очень понятна последовательность. Есть ли тут вообще какая-то последовательность выполнения этих миссий? Понимаете? Так, нет, надо в другую сторону. То есть. А, здесь мы были. То есть, есть ли здесь какой-то. Ну, не знаю, как правильно обозвать-то. Ну, типа, возможность, например, упустить вообще все расследования, которые тут есть. Или все-таки ты в итоге так или иначе на них выйдешь? Для меня не очень понятно. Так, и вот, по-моему, мы там, где нужно, да? Ага, больница. Это вон туда. Сейчас надо будет зайти. Опа! Здрасте. Это кто? It's locked. Да. Как любопытно. I cannot enter. Божечки-кошечки. Передо мной сейчас был чувак 5-го ранга. Такой человечек, которого я с легкостью победил. Sir, step away. Ладно, ладно, чё орёшь-то? Step away. У вас, блин, под забором хрень тусуется. Ты мне step away говоришь. Стоп, а чё? It's locked. Опа. Да? А как? Подождите. Что, с другой стороны, что ли, надо подойти? Сейчас давайте попробуем. Сэр говорит, step away. А чё я их обхожу вообще? Дайте их грохнем, на самом деле. Чё прям такая няша, симпатяш? Блин, вот бочки можно разбивать. Да ну нафига это нужно? Вообще непонятно. Нужно ли это вообще? Так. А, ну вот. Угу. Сэр говорит, step away. А я не хочу step away-ться, прикинь. Ah!
Иди сюда, иди. Че? Думаешь, я к тебе пойду? Нет, спускайся сам. Нет, ребятки. Зря я, конечно, кровь потратил. Надо будет крысами потом заправиться. В принципе. Не-не-не-не-не-не. Не достанешь. Ты дурак, и рожу тебя страшные. Откуда все эти отметки все время берутся? Я вроде их убираю, убираю. Мимо. Козлина. Не попал. Мне бы как-то одного мелкого завалить, чтобы крупного потом... И вот я говорю, меня хватает ровно на 3 таких удара, а. Ровно на 3, хотя я уже все выносливость вкачал, по самое не балуйся, блин. Три удара. Всего, блин, гребаных 3 удара, а. Это уму непостижимо. Не, не попал, ублюдок. Ням-ням. А так, кружкой заправились. Откуда у вас пушки такие классные, чуваки? Я тоже таких хочу. Я ему урон вообще не наношу, блин. Ты чё такой крепкий, парень? А, он забаговался. Отлично. Уф, ладно. С этими козлами разобрались. Ну а как к ним еще относиться? Они реально козлы и уроды. Патрули, блин. Ага, патрули. Жопу они свою патрулируют. А, так тут вон даже что. Так, секундочку, где у нас? А нам направо, да? Может. Там еще пару человечков стоит таких, да? Сколько их там? Let's see how he likes a bit.
есть какой-то идеальный блок. Вот у меня. То есть, когда сбивается вся прям... Когда у нее... Когда у нее сбивается прям вся вот эта вот шкала выносливости. Но как это работает, я вообще не понимаю. Ладно, хоть у них не как у... Как этих тварей-то, которые меня... Которые меня атакуют. Прыжка этого лютого нет. На полкилометра. Идеальное парирование. Ну это тоже поймать надо, это идеальное парирование. Ладно, эти ребята мне уже вроде не соперники. Ну как не соперники? При использовании, скажем так, ряда моментов каких-то вещей, каких-то вот условностей, я могу с ними как-то могу им противостоять. Жителям Лондона комендантский час. А, ну мы это уже читали. Но сюда нам, по-моему, вообще не надо, да? Да, то есть тут что-то вообще не ясно. Дайте-ка все-таки через больницу будем пока перемещаться. И вот я говорю, за все эти мордобои, вот сколько у меня крови заработалось. Вообще ничего. То есть тебя прям подталкивают. Пей кровь, чувак, пей кровь. А я не хочу, понимаете? Ну это, как по мне, очень неправильно. Ну, опять же, это вот... Момент с выбором сложности. Я ошибся. Я реально ошибся. Опачки. Здрасте. Там чувак с пушкой. Так, я вижу, мелькнула пара ящиков, да? Это прям хорошо. Еще что-то мелькает? Или нет? Как будто мелькает, да, но как будто... И не совсем понятно. Вот, да, вот сейчас я его как-то... Как-то я перехватил удар. Ах ты! Прям вообще плюшки.
Нет, чувак. Извини, но нет. Не люблю я их. Просто не люблю. Они вроде и защитники, но... Блин. В том-то и проблема, что вроде бы. А, это мы возвращаемся в... А, все, понял. Ага, кажется, понял, каким маршрутом я прошел. Так. Так, там опять ребята стоят. Не, мне вообще это нравится. Тут Тискаэли орут, да? Пофиг, стоит, смотрит. Ну что? Нет, ладно. Тут я уже смысла не вижу ходить. Ну, то есть, в принципе, когда ты подкачиваешься до определенного уровня, тебе становится, мягко говоря, полегче. То есть, вот эти лучники, они, да, они опасны, они хорошо вносят урон, но они опасны вот как бы... комплект, так скажем, с кем-то. Сами по себе они уже не такие уж монстры. Это хорошо. Что, немножко крови набрали. Там еще ребята шарахаются, и не вижу особого смысла сейчас с ними сцепляться. Давайте все-таки пойдем в больницу. И знаете что? Сейчас мы... Да, мы пойдем в больницу. Это же наша больница. Вот здесь вот был спуск к воде. Читали. Да, вот здесь вот был спуск вниз, и там почему-то было закрыто. Внимание, вопрос. А ты кто такой? А, это... Have you found Oswald? А, Освальд. I need more information. All right. I have all the information. Thank you. Так, ну-ка. А, нет, смотри, ты здесь закрыт. I cannot enter. Ха. То есть я прям вообще не могу... Теоретически вот этого можно сожрать. А надо ли? Нет связи. Я могу его только отпустить, да? Или нет? Или могу сожрать? Мне же интересно, я сейчас вот не очень понимаю. Мне сейчас не предлагается что-то с ним сделать, только отпустить. А, вот-вот, а, вот же, да-да-да, дорожка-то. А, то есть обязательно здесь надо, да? Ну чё, пока, Клей Кокс? Ах.
Я не знаю, честно. Я правда не знаю. С одной стороны, хочется. Но с другой стороны... Но с другой стороны, нет. Ну что я? Убийца, что ли? Ну, то есть, да, я убийца, но так вот. Я просто не понимаю, как гипноз прокачивать. Может попробовать загипнотизировать кого-то, у кого выше уровень гипноза? Давайте попробуем. Вот кто у нас. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening. Do you require medical assistance? I will be fine. Я не то нажал, извините. Nurse, you won't... I'll try, doctor. Have you heard room? No. Goodbye. Ну, это так. Не знаю, зачем я это сделал. Но гипноз, то есть, не работает. Это не какая-то случайность или какой-то шанс. Нет, тут именно нужен более высокий уровень гипноза. Но я не совсем понимаю, как его прокачивать. Так, нам сейчас нужна вот эта вот бобель. Вот эта вот бобель. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Да, вообще кошмар. Так, стоп, нет, секундочку, ух ты. Театр Royal Garden Hall. Клайд Фитч представляет Дорис Флетчер, Сапфиру. Ух ты. Мешочек с мусором. Так, сейчас, подождите. Дайте-ка наверх быстренько сгоняем. Я кое-что сделать хотел. Посмотреть, можно ли мне что-то прокачать эту мою... Этот мой ятаган двуручный. Ну или вообще хоть что-то прокачать можно? Только без сейвов. Важный момент. А? The flower's dying. It needs water. Так, а... Как говорится... Окей. А где ее взять? Цветок будет засыхать, ему нужна вода. Я бы с удовольствием... Бронхит. Так. Я не могу ее качнуть. Я не понимаю, что надо делать. Вот это я качнуть могу. И вот это могу качнуть. Сейчас у нее урон 45. Будет 50. Но видите, в том-то и проблема, что патрон-то особо нет, блин. Давайте лучше вот это все-таки качнем. Так, урон. Позволяет поглощать кровь, когда оружие наносит урон. Хм. Либо просто больше урона. 116, а тут 106. Блин, ну... Да, но это когда наносит урон. Важный момент. Да, то есть... Давайте все-таки попробуем поглощение крови. Подождите, а получается, у этой штуки просто нет, что ли, третьего уровня? А вот это есть, да? Скорость атаки 10, выносливость 20. Скорость атаки 15. 65, 64. Топку перепродажу. Старый ампутационный нож. Но это нет, это вообще, я не знаю, я не понимаю, нафига он нужен. То есть получается, что у этой штуки просто нет следующего уровня, он только второй. А вот это и есть третий, да? И он уже открыт.
Может качнуть. Часть обычной рукояти нужна. Так, погодите, сейчас, может, тогда прокачу, а? Ну а что? Часть обычной рукояти. Это кто у нас? Это у нас вполне вероятно наш... Стоп, что? Нет, показался. Ты как будто мелькнул что-то. Моргнула. Ага. Отлично, надо собирать. Но, правда, не очень понятно, зачем. Тут тоже как бы такой момент получается интересный. То есть, да, ты их собираешь, но, блин, это лечить всех, извините, с ума сойдешь от переутомления. Тут сам переутомишься. Это каждый день тут всех оббегать, чтобы вылечить. Ну, вот это, конечно, да, это уже вот в плане затягивания игры. То есть, тут подразумевается, что будешь играть. Тут почему-то нет просто сохранения. Вот что мне не нравится. Или все-таки есть. Так. Good evening, Milt. Good. Так, личные тут нету. Так, I'd like to see your goods. Wise choice. Так, часть обычной рукояти. Дробовик Милтона. Ну, денег не хватает. Да, урон хороший. Пусть будет. Так, по-моему, как раз-то часть обычной рукояти была нужна. И мы качнем третий уровень нашей двуручной косы. Стоп. Не туда. Так, секундочку. Автоприцеливание, да. Очень смешно. Я не понимаю, пап, как здесь сохранение проходит. Только через кровать или все-таки как-то еще? Через койку, да? Собирайте. Спасибо. Да я как бы в курсе. Я этим и занимаюсь. Ого, 154 урон. Правда, скорость не увеличивается. Так, а может все-таки старую палец взять, а? Как вы на это смотрите? 75 урон, да? Или бич драконов. 90 урон. Оставим пока мачете, черт с ним. Давайте-ка вот эту качнем. Угу. Четвертый то часть хорошая рукояти. Здесь урон 154-169. То есть это, грубо говоря, 15, да? Правильно получается? 154, да, это плюс 15 единиц. Или 5 единиц крови. 5 единиц крови. Когда оружие наносит урон. Но это тема на самом-то деле. То есть можно будет выхилиться в случае чего. Угу. Угу. На тебя уже не хватает, да? Часть обычной рукояти. Так, ладно, хорошо. Давайте к этой Хариет, или как там ее, прогуляемся.
Так вот, я немножко не закончил мысль. Я боюсь, знаете чего, что здесь, ну как сказать, есть задания, которые надо разыскивать. То есть, да, ходить по городу, искать эти задания. Вот чего я боюсь, что не пропустить их. Честно говоря, не очень понятно. О чем? О трусах твоих заклебало. Так, что такое? В чем дело? Кто вы? Вон из моей комнаты. Это не твоя комната, пошла вон. Не волнуйтесь, мам, я доктор Рид, новый хирург. Абсурд. Доктор Рид, понимаете ли? На что мне неумеха интерн? Где доктор Суонси? Немного вопросов. Доктор Суонси is quite busy. Ну, если мне узнать больше о больнице. Help me get acclimated. I have many questions. Какой вы храбрый. Угрожаете старой беззащитной женщине. Знаете, сколько я уже здесь? Вы не с той связались. Я Харриет Джонс. Харриет Джонс, я собирался поговорить с вами. Мне сказали, вы знаете о больнице? Больше, чем любой другой пациент. Больше, чем любой пациент, сестра или врач. На что я тут только не насмотрелась? Говорят, тут творится что-то неприемлемое. Кто кого-то шантажирует. Шантажируют? Погодите. Вы не просто зашли меня проведать, вы что-то расследуете. Одна из этих криворуких сук перерезала кому-то вену? Любите сплетни? Мисс Джонс, у меня складывается впечатление, что вы просто любите сплетни. Богом клянусь, доктор, все правда. Можно замерзнуть до смерти. Прежде чем эти потаскухи дослужатся принести одеяло. Вы и есть шантажист. Кажется, вы больше всех знаете о том, что здесь происходит. Берегитесь. А как бы подозрение не пало на вас? Ну, конечно, во всем вините старых и слабых. Я-то вижу, как на меня глядят эти сучки. Ждут не дождутся, когда я сыграю в ящик. Это не о врачебной ошибке. Уверяю вас, мэм, мое расследование не имеет отношения к врачебным ошибкам. Значит, разврат? Медсестры Крейн, Хоукинс, Браннаган, все они шлюхи. Под любого лягут. Неудивительно, что у них все тело в язвах. Но если вы приведете доказательства, то я заставлю персонал задуматься о своем поведении. Сами в этом ройтесь, доктор. Скажу только, что одна из сестер точно забавляется с каким-то бродягой в рабочее время. Спасибо, что уделили мне время, мисс Джонс. Теперь я знаю, что делать. Навещу вас на следующем обходе. Пиппа Хокинс? Может, пациенты и персонал что-то знают? Прошу их для начала. Я видел, как что-то сверкнуло. Это был плакат. Пипа, это ты? Попалась. Good evening, Nurse Hawkins. Добрый вечер, мисс Хокинс. Good evening, Dr. Reid. Do you need medical help? I'm afraid кажется, я что-то подцепил, доктор Рид. Not under my watch. Без паники, примите это и вы быстро поправитесь. You'll feel better. Thank you, Dr. Reid. Вот уж. Спросить о странном посетителе. Вы знаете незнакомца, который навещает одну из медсестер во время ее смены? Дайте догадаюсь, вы навестили старую ведьму Харриет Джонс. Не слушайте ее, доктор. Она и не такого понарасскажет. Возможно, она сказала правду. Возможно, про таинственного посетителя она сказала правду. Эта старая перечница все равно скоро отправится в ад. Какое ей дело, если одна из сестер хочет немного развлечься? Мы должны помогать, миссис Джонс. Как бы вы к ней ни относились, миссис Джонс, нужна ваша помощь. Наша. Кто сказал, что я ей не помогаю? Просто эта развалина живет только за счет ненависти. Goodbye, Nat. Дороти Крейн. Дороти. Я уж забыл, кто из них Дороти Крейн.
Нет, это Гвинет Бреннаган. А вот это Пипа. Дороти, Дороти, Дороти. А это что за хрень? Она требуется медсестра. Так, полезная хренька. Надо стараться, чтобы у тебя все лекарства всегда были. Потому что переутомление это еще ладно. Так, а это все еще Пипа, да? Да, это Пипа. Дороти, Дороти, Дороти Крейн. А где же вы? Миссис Крейн. Дороти Крейн, Дороти Крейн. Good evening, Doctor. Have you heard Dr. Reed? Of course not, Mrs. Goswin. Просто интересуюсь, тупо из кого-нибудь другого. Ладно, окей. Goodbye, Mrs. Goswin. Так, а ты у нас чё? Good evening, Mr. Goswin. Как себя чувствуете? Неплохо, говорит. Подсказок нет. Жизнь в Лондоне, ничего. Вот отличный вопрос, ничего. Шантаж. Характер сестра таланта. Да я бы не тратил, чувак. Я бы не тратил, но надо тратить. Блин, да где же она? Дороти Крейн. Дороти, Дороти, Дороти Крейн. Где же вы, миссис Крейн? Я не помню, где она. It's locked. Немножко раздражает то, что вот так приходится собирать вещи. Доктор Тора Стрикленд, Харви Фидик. Миссис Дороти Крейн или мисс, я не знаю, вы, блин, где? Харриет Джонс, Томас Элвуд. Да погоди ты. Пипа. Тельма. Милтон. Мортимер. Гвинет. Типец. Клей Кокс, который я чуть опять не сожрал. Да блин, да где она? А может, подожди. Опа. Какой интересный молодой человек. Немножко провалившийся в текстуры. Не пускает. Так, я шепот дом, миледи. Это мне ничего не скажет, да? Дороти, Дороти, Дороти Крейн. Блин, я похоже... Минуточку, что? Но ее тут нет. Может, на втором этаже? На втором тоже никого. Так. Я немножко нервничаю. It's locked, all right. Обидно. Поговорить. Поговорить. Так. Сейчас, секундочку. Да ладно, я в курсе, что мне.
Угу. Могу либо это, либо вот это, да? Тогда пока не будем. А где она? А это что такое? Подожди-ка, это же те два полудурка из... Чувак, ты хорош, блин, а. То есть, в принципе, можно вот этих дебилов шфармить, да? И по чуть-чуть зарабатывать крови. Так, смотрите, стоило мне выйти из больницы, как у меня исчезло задание про Дороти Крейн, да? То есть она где-то на территории больницы. Ну-ка, сейчас, подождите, подходим. А, подожди, так она вон там, что ли, где-то? А что так близко-то? Чё? А, вот она где-то, Дороти, блин. Чутьё. Где тебя, подай? Угу. Ты точно не хочешь вернуться домой? Не, мне нужно передать кое-кого в больнице. Учти, ты так скверно выглядишь, что тебя могут и не выпустить. Черт, я их терпеть не могу, больницы докторов. Ну ладно, если пойдешь в Уайт-Чапл, воспользуйся этим. Что это? Купон на бесплатный медосмотр у наших лучших медсестер. Там написано. Я плохо читаю, но спасибо, что ли. Опа! А помните, было закрыто, да, там внизу? Алло. Забрать громилу из канализации? А здесь опять закрыто, да? Ладно, хорошо. Открыли. Ладно, это радует. Ну, пошли. Прогуляемся в канализацию. Забрать, говорит, громил из канализации. Зачем его забирать туда? Нафига оно нужно? Канализация. Да я уж слышу, какой тут стабильный, блин.
He's locked the door behind him. Я задыхаюсь. I need to find another way to follow him. Звуки, конечно, которые раздаются вокруг, вызывают исключительно доверие. Я, говорит, не могу дышать. Этот человек напали и повалили на пол. Печально. Это можно сейчас открыть? Хочет умирать. Его понять можно. Как-то вас, ребята, многовато. Давайте-ка немножко по очереди. Ну я же отошел, а. Конечно. Понимаю. Скотина. Иди сюда. О, блин. Хочешь, хочешь. Да, но вот сейчас, перекачавшись на тех, как говорится, ребятах, я довольно неплохо здесь раздаю, да? Ну, это радует на самом деле, потому что... Что-то мне подсказывает, что тут будет какая-то очень неприятная драка. Обычная шипованная палица. Опа. Причем уровень 2. Скорость атаки 5. 30, 30. Оглушение 15. Блин, у нее есть оглушение. Черт. Вот это поглощение 5 единиц крови, честно говоря, довольно неплохое, обратите внимание, да, то есть... Но тут оглушение 15. То есть, получается, когда ты атакуешь... А, подожди, а почему? А-а-а, без пушки! Погодите-ка, так это я согласен. Это любопытно, давайте попробуем. Оглушение 15. А я-то думал, это вместо косы. А так, если... А если так, то, блин, это очень хорошо, черт побери. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Yeah.
Ну, с этим, да, мы разобрались. Изгнание дракона. Новый коллекционный предмет. А брат Святого Павла посоветовал членам нашего клуба с большой осторожностью относиться к этим так называемым ученым. Да, большинство относится к нам дружелюбно и с уважением, но для членов такого закрытого клуба, как Аскалон, было бы крайне неумно говорить о наших целях, наших товарищах и наших традициях. Я бы также хотел напомнить о том, что само братство достаточно древнее, и у него довольно таинственные традиции. Одно из них, по сообщениям наших информаторов, может быть ритуал под названием «Изгнание дракона». Похоже, при определенных условиях члены братства Святого Павла проводят этот ритуал, если находит агрессивного или кровожадного бессмертного. В чем именно он заключается? Я не знаю, существует ли он на самом деле. В этом я тоже не уверен. Но мне удалось установить следующее. Каждый, представлявший угрозу для Лондона, вампир бесследно исчезал после того, как братство проводило против него ритуал изгнания. Сам Фергал Банша был достаточно умен, чтобы не бросать вызов братству. Этот урок должен запомнить каждый из нас. Нельзя допускать, чтобы братство объявило себя драконом. Закон Аскалона, лорд Редгрейв, основатель клуба. Нифига себе. Какие тут у них... У них тут все, понимаешь. Так, погоди-ка, а там же еще какой-то проход был. Или нет? А это куда? А, спасти. А, понятно. А, вот. Ай, блин, нет, не выйти, зачем? Я хотел открыть, а не выйти. Блин. Не то. Я, ну, по привычке, закрытые же ворота были. Я как бы подошел уже, ну, чисто по привычке именно нажать, чтобы их открыть, а не чтобы выйти. Черт. Назад. Это тоже, конечно, такой момент. Если вы хотите быстро набрать силу, пейте кровь жителей Лондона. А я не хочу пить кровь жителей Лондона. Прикинь, вот такой вот я неправильный идиот, блин. Так, это у нас выйти. Хочешь, живи. Ну, как дела? Чувак, ты кто вообще? Сэр, вы ранены? Помогите мне выбраться, я хочу выбраться отсюда. Я доктор Рид, я с радостью помогу вам. Но сначала успокойтесь, пожалуйста. Сделайте глубокий вдох и назовите мне свое имя. Ладно, ладно, я Освальд Тэтчер. Вытащите меня отсюда. Мистер Тэтчер, ваш друг Ньютон попросил вам помочь. Вы его помните? Да, да. Отлично. Выбирайтесь отсюда и наслаждайтесь ночным воздухом, он вас взбодрит. Сразу почувствуете себя лучше. О, я могу его съесть. Головная боль. А, я ему даже... А, я не могу ему помочь. Ну, ладно. Ну... Are you sure? Yes. Да, его можно было бы сожрать. Но я дурак и не считаю это правильным. Такой вот я балбес. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ладно, что ж, пойдемте дальше. Этого спасли. Значит, надо будет потом поговорить. Но мне эта дубина нравится. Честно-то говоря. Может быть, я и не прав? Стоп, что? This is despicable. Ну, слушай, ну, despicable один. О, а нет, можно выбраться, да? Ой, чую какую-то лажу. Здрасте. What sort of creature is this? Ah!
за жару, скотина. Иди сюда. Не смей откусывать от меня куски, скотина. Сдохни, скотина. Иди сюда, мразь. Вот так, от него немного осталось, придется изучить хотя бы то, что есть. Фу. Да уж, приди сюда раньше. Если вы больны, если у вас нет денег, неважно кто вы, неважно откуда, обращайтесь за помощью к Доротее. Никакого обмана, никакой платы, никаких вопросов. Просто найдите дом Дариуса Петреску и покажите этот купон. Так, я упустил след мистер Дороти Крейн после того, как она встретилась с каким-то бандитом. К счастью, мне удалось найти зацепку. У человека, убитого скалями, обнаружился какой-то купон на бесплатный медицинский осмотр в Уайт-Чепеле. Текст на листовке написан на английском и румынском. На купоне написано, что владелец должен найти дом некоего Дариуса Петреску и спросить Доротею. Может, от Доротеи и Дороти Крейн одно лицо? Может, именно она отправила письмо с угрозами или Дежбери? Нужно как можно скорее добраться до Уайт-Чепеле и получить ответ на все вопросы у этой медсестры, если я смогу найти ее там. Купон на бесплатный осмотр у Уайт-Чепеле. Что затеяла сестра Крейн? Я должен ее найти. Да. Приди сюда, Нена, уровнем ниже. И все было бы несколько печально. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. Ну что ж поделать. И не такое пить придется. Как это? Чудовищем быть легко. Попробуй остаться человеком. Это да, но у меня, кстати, 1140 на секундочку. 1140, это очень хорошо. Это много. О, патроны. Это прям дофига. А знаете, что это значит? Это значит, что я, наверное, смогу качнуть ту способность за 1300, да? Да, надо останавливаться, потому что я уже не хил так переиграл. Сейчас тогда давайте поговорим с... А, то есть мне предлагается именно Уайт-Чепел идти, да? Это куда? Это... А, ну это недалеко. Так мы там были. Почему у меня опять какие-то... Стоит, блин. Убираю их, убираю.
Так, где у нас эти два балбеса? Где этот поисковик-то? Друг своего, который ищет. Куда он делся? Не вижу. Не вижу. Так, нам нужна сестра Дороти, да? Сейчас напоследок с ней еще потрындить. Или нет? Милтон. Ну, ее, скорее всего, опять нету, да? Угу. Так, пошли наверх тогда. В Уайтчепл мы сегодня уже не пойдем. В Уайтчепл мы сегодня уже не пойдем. Так, стоп. Не туда. Надо останавливаться, что? К сожалению. А тут тоже стол или что? Нет. Тут нужна вода, я так и не понял, как, откуда ее взять. Так. Маленькая бутылка. Ржавый банк таблеток. Не могу. А, понял. А, кстати, я могу. Добавляет 3 единицы оглушения, когда оружие наносит урон. То есть будет 18 оглушения, да? Но это имеет смысл, кстати. Потому что я вижу, как оглушение работает. Оно работает очень хорошо. То есть два удара, по сути... Ну, нет, оглушение здесь нужно. Оглушение тут нужно. Без вариантов. Ну, обследовать. Ну... Так. Укус, это все замечательно. Я вот на аутофагию смотрел. 1300, да, у меня 1140. Вы расходуете свою собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. Восстановление 2, восстановление 3. Стоимость, конечно. Тени. Тут вообще 2000, да? Но вообще, честно говоря, вот эти тени, они мне нравятся все меньше и меньше. Вот теневая завеса, блин. Это вроде как штука полезная, да? Может, укус тогда лучше качнуть? Что-то это аутофагия, честно говоря, ну такое себе. Это не вариант. Здесь тоже ничего пока. Сила укуса. Вот это, кстати, тема на самом-то деле. Вот сейчас. Тем более сейчас уже. То есть раз, два. А. Два раза только смогу, да, качнуть. То есть это плюс 100, 150 и плюс 300 урон. А это у нас восстановление после укуса, да? А может и то качнуть? Я вот одного понять не могу. Плюс 5. А плюс 10 это что? Общее плюс 10. То есть 5 и это 5. Или все-таки плюс 5, а тут плюс 10, соответственно, общее плюс 15. Я вот этого не очень понимаю. Знаете, давайте все-таки урон качнем. Ну, в случае чего скинуть тачки всегда можно. Thank you.
Давайте на этом стопорнемся. Ну, что ж поделать. Уровень гипноза. Так я не понимаю, как гипноз качать. Ну да ладно. Ладно, давайте на этом остановимся. Все так. Все я вроде сделал. Все качну. Вроде бы, да. 300 урон. Угу. Стойкость, организм, быстрое восстановление. Я вот думаю, кстати, может прокачать все-таки какие-нибудь когти, что-нибудь я такая. Вот эти способности, они как-то так, честно говоря, херовенько работают. Мне больше вот нравится с шипованными пальцами возиться, чем с этими способностями. Дайте-ка сейчас кое-что проверим. Что нужно для этой шипованной палицы? Так. 6 обычных рукояти. У нас денег нет, да, чтобы их купить. И разобрать нечего. Ладно, пофигу. Давайте на этом стопорнемся. И, кстати, сейчас я кое-что проверю. Обязательно ли мне вот так вот перезаходить каждый раз ночью пропускать? Остановимся вот здесь. Да. И на этой проверяющей ноте, и, честно говоря, более чем... Ну, надо признать, неплохо сейчас. То есть, как бы, во-первых, получилось, что я перекачался. И, честно скажу, мне это нравится, потому что, ну, блин... Не знаю, мне как-то надоело, что меня все пинают. Хотя, с другой стороны, может, я сам дурак, нафига я полез как-то туда, где меня не любят. Посмотрим. Ладно. Как я уже сказал, всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на группу ВКонтакте, на Дискорд и на донаты в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда смотрел, обнимаю. Парни, хлопаю плечу, девочку, мука, щечку. Увидимся в следующей серии. Вампир. Как это ни странно, пока что, в общем-то, форево. Мне нравится. Может, не безоговорочно, но, блин, игрушка затягивает. Черт побери. Как-то так.